с Максимом Бочкаревым. Так, сейчас самолет улетит, и мы начнем. А то капец какой-то. Нажала? Шорохи свои не делают. Ну что, дорогие друзья, ждали очередной тест. А необычный сегодня будет тест. Сегодня у нас на тесте Ferrari Fiat RN2 642, твою мать. Я не могу название это все диктовать. А ты зачем говоришь, ждали сегодня, 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 сегодня? Угу. Блин. Еще хочу сказать. Вот как это выглядит. Надо вот так. Да ё-моё, нет. Блин, не сфокусировалась. Дождик, дождик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил дым. Закружил. Ой, блин, муха там. Убери муху. Еще один блин. Да ладно, все. Типа эффект муравьев. Блин, жучок опять. Блин, там муравей какой-то. Блин. Да убери муравья. Сейчас дубль 2, сейчас я паузу нажму, чтобы... Ай, комар, сука. Ну давай. Фокусировку делай. Чё, блин? Говнючий, а? Рейндж-ровер говнючий. Я снимаю. Смешно вот эти цепочки. Подожди пока. Нащупала, блин. Но оказывается, я разглядела сейчас не все. Ведь прямо сейчас я нашла кое-что еще, что меня очень удивило. Я не знаю, видно вам будет или нет, но вот здесь есть маленькая цепочка. Это просто какое-то чудо. У меня столько эмоций она вызвала сейчас. Она просто великолепная. То есть для таких мелочей проработан этот грузовик. Пакеты. Привет, дорогие. Вот и подошел к концу. Ну что ты, я так снимаешь, я сижу как дурак здесь. Да, я нормально сяду. Не дал нормально мне сказать. У меня нет слов. Так, пауза. Что там дальше-то? Что еще рассказывал? Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал YouTube и до новых встреч. И все, да? Больше ничего? Да, и еще раз дубль сделаем, чтобы ярко делать, красиво. Если вам понравилось наше видео, наш выпуск, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки. Смотрите наши видео. До новых встреч!